американский боец ММА, борец дзюдо и актриса, бывшая чемпионка Strike Force в легчайшем весе Ронда Рози. Ронда родилась в Санта-Монике. 1 февраля 1987 года Анна Мария родила девочку с пуповиной, обмотанной вокруг шеи, что повредило ей голосовые связки. Отец Ронды покончил жизнь самоубийством. Мать Ронды Рози сделала успешную карьеру в дзюдо, став в 1984 году первой чемпионкой мира по дзюдо из Америки. Ронда занималась дзюдо с самого детства. Свой коронный прием она с детства выучила на себе. Ронда рассказывала, как каждое утро мать будила ее, проводя рычаг локтя. Именно данным приемом Ронда выиграла большинство своих поединков. В 17 лет Рози была отобрана для участия в Олимпиаде 2004 года, став самым молодым участником соревнований по дзюдо. После медали на Олимпиаде карьера Ронды впала в тупик. Она работала барменом и пыталась найти более высокооплачиваемую работу. Но это было трудно, так как у Ронды не было никаких навыков работы. Бросая людей на ковре не совсем то, что вы можете поставить в резюме. Случайно Ронда увидела бой по телевизору Джим Карана против Джули Кэдзи. И все изменилось. Ронда говорит, что если бы не ММА, то пошла бы работать спасателем. Личная жизнь Ронды Рози. Первым известным бойфрендом Ронды Рози был Брэндон Шау, профессиональный игрок в американский футбол, который затем стал бойцом смешанных единоборств. Шау выиграл в ММА 10 боев и потерпел 5 поражений. После разрыва с Шаубом в середине 2015 года Рози стал встречаться с 30-летним бойцом ММА Трэвисом Брауном. Причем боец женат и воспитывает двух сыновей. Рози также утверждает, что секс перед боем рекомендуется женщинам для повышения уровня тестостерона. В августе 2015 года журнал Forbes поместил Ронду Рози на 8 место в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира с годовым заработком в 6,5 миллионов долларов. The thought of carrying coffins, we were so happy.